Всем привет! В этом видео я с вами поделюсь рецептом первого блюда. Я приготовлю мексиканский суп. Суп по этому рецепту получается очень красивым, ярким, насыщенным и очень вкусным. Ну что ж, приступаем к приготовлению. Для начала нужно поставить варить куриный бульон. Для бульона я буду использовать бульонный набор. Здесь у меня вот спина, шея, ребра. Также понадобится еще одно куриное филе. Я все уже заранее хорошенько помыла. Теперь все перекладываю в кастрюлю. Кастрюля у меня на 4 литра 300 миллилитров. Кастрюлю почти полностью наполняю холодной обычной водой. Теперь все отправляю на плиту. Пока бульон закипает, подготовим одну небольшую луковицу. Ее нужно нарезать на мелкий кубик. Бульон у меня уже начинает закипать, сверху уже появилась пенка. Эту пенку нужно обязательно убрать. Пенку я всю убрала, бульон у меня уже кипит. Теперь бульон нужно немножко посолить. Добавляю лавровый листик и подготовленный лук. Бульон буду варить на среднем огне 1 час. Пока бульон варится, подготовлю овощи. Лук нужно нарезать тонкими четверть кольцами. Морковку я буду нарезать кольцами, а тыкву небольшими кубиками. Болгарский перец нужно разрезать на 4 части и нарезать не сильно тонкой соломкой. Свежие помидоры нужно разрезать на 4 части. Овощи я все подготовила, а теперь я взяла большую сковородку, поставила ее на плиту. Сковородка у меня уже хорошенько разогрелась. В сковородку я налила небольшое количество подсолнечного рафинированного масла. Теперь в сковородку я отправляю подготовленный лук и буду его обжаривать на среднем огне, периодически помешивая, до легкого золотистого цвета. К обжаренному луку я добавляю морковь и обжарю, периодически помешивая, 5 минут. К обжаренным овощам на этом этапе нужно добавить подготовленный болгарский перец. Вместе с болгарским перцем, конечно же, нужно добавить и острый жгучий красный перец. Но я этот перец добавлять не буду, так как этот суп у меня будет кушать мой 4-летний ребенок. Но если вы любите остренькое, то на этом этапе вместе с болгарским перцем к овощам добавляйте мелко нарезанный острый красный перец. Все нужно перемешать и прожарить овощи еще 3 минуты. К овощам добавляю свежие помидоры, томатную пасту и приблизительно 100 мл куриного бульона и все перемешаю. К овощам добавляю тыкву и все перемешаю. Сковородку с овощами плотно закрываю крышкой и овощи протушу на среднем огне 15 минут. Бульон у меня уже готов. Достаю из бульона полностью всю курицу. Курица у меня немножко остыла, мясо нужно отделить от костей, а куриное филе нужно нарезать на небольшой кубик.
подготовленную курицу пока отставляю. Пока я разбиралась с курицей, овощи у меня уже приготовились, я их отправляю в бульон. Теперь все с момента закипания проварю 10 минут. А теперь берем говяжий фарш, его нужно немножко посолить, поперчить, все хорошенько перемешать, и из говяжьего фарша нужно сформировать миниатюрные фрикадельки. Полученные фрикадельки добавляю в суп, и с момента закипания суп проварю еще 10 минут. В суп добавляю консервированную кукурузу и вареную курицу. На этом этапе в суп я добавляю приправу к мексиканскому супу. Я ее покупаю на рынке, в киосках, где продается очень много самых разнообразных специй. Я подхожу к продавцу, заказываю определенную приправу, и он уже мне ее делает с добавлением самых разнообразных специй. Вот такая вот получается приправа. Вместо вот такой приправы вы можете использовать любую приправу к первым блюдам. Так, добавляю ее в суп. Также на этом этапе нужно добавить соль. Соль добавляйте по своему вкусу. И с момента закипания суп проварю еще 5 минут. Мексиканский суп готов. При подаче, по желанию, суп можно посыпать сверху свежей зеленью. Суп получается очень вкусным и оригинальным. В этом супе вкусовое разнообразие. Он получается таким вот кисло-сладким, но если вы добавите еще острый перец, то суп получится кисло-сладко-острым. Но поверьте мне, сочетание всех ингредиентов в этом супе просто изумительное. Если вы хотя бы раз приготовите такой суп, то вы навсегда в него влюбитесь. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления супа и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!